Сегодня в разных странах мира отмечается День телевидения. Более того, 21 ноября принято считать днем рождения первого Мытищинского. 5 лет назад районное телевидение ТВ Мытища стало не только по-новому именоваться, но и по-новому работать. Основная позиция телеканала – быть проводником в мире информации, просветительских идей, научных и спортивных достижений, при этом оставаясь рядом с человеком в разрешении непростых ситуаций сегодняшнего времени. Основной девиз телекомпании – внимание каждому. А наши телевизионные плоды – это информационная программа «День», итоговый выпуск новостей «Главное за неделю», программы «Свободный микрофон» и «Мытища православная». Недавно мы запустили новый проект «Позитивные новости». Ну и, конечно же, продолжаем традицию прямых эфиров с главой округа и мытищинскими депутатами. Успеваем мы в каждодневной основной работе заниматься специальными проектами. Ежегодно мы участвуем в конкурсах областного и федерального уровня и становимся призерами. Сразу 5 наград завоевал коллектив в 2017 году. Этой осенью телеканал «Первый Мытищинский» стал победителем 2 авторитетных конкурсов «Братина» и «Федерация». А это значит, что наша телевизионная команда следует выбранным ценностям, таким как патриотизм, отзывчивость, доброта, культура речи и национальные традиции. И все, что мы делаем исключительно для наших зрителей.